Всем привет. Вот эти карты я решил оставить себе, получается, на первый ход. В принципе, хороший расклад. И первый, второй, и третий даже ход. И даже четвертый. Я ничего не боюсь, кроме мышей. На второй ход пироманта выведу. Ага, выведу. Это хорошо. И это все? Заклинания у нас есть два, то есть два урона по всем мы можем нанести. Так, мы делать не будем. Удар щитом пироманта. Вот здесь я, наверное, армалист разыграю. Никто не похитит наши секреты. И вот на третьем ходу у меня два существа. Одно 3-3, одно 3-4. Угу. Интересно получится. Ну тогда. И да. Это все. Дадим ей божественный щит. И дадим ей плюс 1-1 под щитом. И секрет. Только не у меня дома. Вурдалака мы сейчас и так убьем. Гори. Еще провокатора поставим. Потихоньку, помаленьку броню мы ему снимаем. У меня нет времени на игру. Силуана, дорогая. Ну и если Сильвана, тогда сейчас мы всякую минуту не будем. Вообще мы все в лицо пойдем, даже оружие. Сильвана сейчас у нас от секрета подзадержится. Вот только если он на нее использует казнь, если она ранится, и она заберет провокатор. И то будет 4, 5, 6, 7 и оружие. Один цена не хватит. Какие тайны нас ждут? Он! Кто? Да, минус 4-4. Создатели! Ложись! Угу. Раскладик интересный. Так. Но этого мы парня убьем. Этим ударим сюда. Хранительница секретов, паладинчик. Остальное в лицо. Итого, 4 от меня, 2 от освещения, 6. И надо, чтобы 2 урона на столе осталось. Пять карт, воин. Давай. Сделай что-нибудь хорошее. Интересное. Возьми очень много брони. Я проливаю кровь. Можно и так. Можно и так. Итак, освещение может быть, или башню из пыльни. А может быть? Убиваем. Хм.
Если мы освещение используем, у нас Сильвана кого-то заберет. А может быть... У него есть кто, походу. А если раз, два... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Приказаний. Сильвана сделала свое грязное дело. Там у него 4 карты, 6 хп. Он сейчас, наверное, каждый ход будет броню вешать, чтобы не убиться. Я думаю, паладинчик. Ага. Башню пикни. Провокатор. 3, 2. Существо надо изменять. Не, давай пигми. Что приказать? Паладинчик. Оружие все равно хоть одна атака. Энзота пока попридержу. Пока, наверное, 15 хп у меня не останется. Он уже себе 6 брони поднял. 8. Лицо пошел. Наглец. Итого у меня 4-5 урона. Возьмет он броню. Два существа с провокатором на поле, наверное, поэтому Энзота пока смысла нету выводить. Сколько у меня провокатор будет? Атаковать нечем, значит, пока не буду его использовать. Еще предсмертный. Что приказать? Она потасовку хочет использовать. Убивать всех нафиг. Но в идеале бы, конечно, ему башню убить. Очиститесь огнем! Попасть по лицу маленький шанс. Ты что, 1 к 6? Умри, давай, башню. Одно из вас ошибок существ умирает. Я его не убью так. Что приказание? А я делаю. Да пофиг. К бою! Будет так. С другой стороны, можно было поинтереснее делать. Собирателем сокровищ разменяться, получить карту. Или пигмеями удариться и получить еще 3 существа на карту на поле. Кто он защищает меня? Кто нам до сих пор не вывел, значит. Наверное, все-таки нету его, но, блин, поторопиться, наверное, уже надо. Умри, насекомое! Ау! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9-10. Не хватает одного урона. Но, блин. Бою! Эй, отдай! Моя жизнь! Но! Служение! В атаку! Никто не похитит наши секреты! То есть кто на него 16? У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 на поле.
16 на поле и 8 в лицо от Рагнароса. Будет печально. Я тебе, я выбираю смерть. Ну ты чё?